Я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Начался вечер памяти Андрея Ильина с легкого баловства своей версии алюминиевых огурцов от группы «Кино». Песни это, говорят, всегда звучало при встречах. Тем контрастнее выглядит эта композиция на фоне другой работы автора – гимна земли рязанской «О Кремле». Творческий путь Андрея Ильина начался еще в конце 70-х. Тогда «Виа Водопад» только начинал выступать. Песни исполняли разные, говорят участники, даже иногда хулиганили. Например, в 78-м на сцене в Шацке сыграли Led Zeppelin. Тогда перепуганные организаторы закрыли занавес. И когда открыли, то коллектив сыграл другую песню – «Родная земля». Концерт, говорят, запомнился надолго. А после создания музыкально-театрального проекта «Театр Демиург», рок-оперы «Сказания о Великом Граде Рязанском» и еще одна в преддверии празднования 900-летия Рязани. При всем при этом Андрей Ильин работал преподавателем математики в 55-й школе. Более 40 лет он отдал любимой школе. Ни один праздник, ни одно мероприятие не обходилось без Андрея Валентиновича. Его опыт, его мудрость, его душа, она всегда была, есть и будет с нашей любимой 55-й школой. Почетный работник образования, а именно такого звания был удостоен Андрей Ильин, был классным руководителем всего одного класса и, говорят, сочетал в себе несочетаемое – математическую точность и творческую свободу. Его ученики вспоминают, что засиживались в школе допоздна, рисовали стенгазеты, пели песни, в общем, творили. А после, говорят, каждого ученика Андрей Ильин лично провожал до дома. Он нас научил быть разными, и он нас научил бороться в любой ситуации до последнего и выигрывать в этой ситуации, несмотря ни на что и независимо ни от кого. Андрей Ильин ушел из жизни в июле этого года. Группа в социальных сетях «Культура Рязанской области» написала об этом так, цитата: «Культура и искусство Рязанской области понесли невосполнимую утрату». Талантливый мелодист Андрей Валентинович создавал современную музыку, основанную на глубоких народных традициях, отмеченную узнаваемым авторским стилем и мастерством, наполненную православным смыслом, теплом, светом и любовью к своей малой родине.